Здравствуйте! Реально опасно для здоровья и жизни готовить чай и кофе одним способом. И почему, вы узнаете в этом видео. А также я расскажу, какие способы приготовить чай и кофе опасны развитием рака. Ну и кое-что расскажу про новый канал. Итак, почему нельзя готовить чай и кофе одним способом? К примеру, вы приготовили кофе по-турецки, самый лучший способ приготовить кофе, и пьете кофе перед едой. Если вы это делаете регулярно, а именно так лучше пить кофе, но у вас произошла изжога, усилились боли в желудке или появились, то этот кофеиновый тест показывает, что у вас есть гастрит, генетическая слабость вашего желудка, вы ее проявили таким образом, ну и слабый верхний сфинктер, поэтому появилась изжога. Если же вы измените способ приготовления кофе, кофе по-турецки, добавите молоко, превращаете кофе в продукт питания из напитка, и вероятность изжоги и боли в желудке резко уменьшается. Если же вы решили не изменить способ приготовления кофе и пьете кофе по-турецки после еды, то вы проверяете уже генетическую силу вашей поджелудочной железы на способность переваривать пищу и вновь попадаете на проблему. Но если вы измените свой способ приготовления кофе и, допустим, приготовите кофе с кардамоном, либо с коньяком, либо с какими-то ароматическими веществами, например, с пряными, пряно-ароматическими растениями, то вероятность обострение панкреатита у вас снижается, и ваша пищеварительная система продолжает работать в правильном режиме. О разных способах приготовления кофе у меня больше 10 видео на этом канале. Пожалуйста, не поленитесь, посмотрите. Если вам не хочется покупать мои книги, то смотрите бесплатно видео на моем канале «Как приготовить кофе», и вы получите больше пользы для вашего здоровья.